По словам местных жителей, на этом нерегулируемом перекрестке часто случаются аварии. Летом трудно перейти дорогу из-за большого потока машин. Начинает машина разгоняться от Голубца и с ревом пролетает вот этот перекресток и тормозят возле Ленина. Вот. Поэтому у нас и очень часто происходят аварии, особенно в летний период. Решение вопроса было одобрено комиссией по безопасности дорожного движения. Специалисты муниципального предприятия «Ремстрой» выполнили работы. Средства на материалы и краску выделил депутат. Мы поставили с управлением ЖКХ знаки пешеходного перехода. Также мы были выделены средства на материалы по поводу покраски зебры. Да? И мы сделали так, чтобы пешеходные дорожки также сделаны были управлением ЖКХ. То есть отработали эту ситуацию с администрацией. В этот же день инициативная группа жителей вышла на перекресток, чтобы оценить работу. Теперь водители транспортных средств сбрасывают здесь скорость, ориентируясь на знаки. Благодаря нашему депутату Аксенову Алексею Александровичу, мы очень благодарны ему за его труд, за внимание, за то, что мы к нему обращаемся, и он выполняет наши просьбы. Также жители попросили установить здесь лежачие полицейские. Целесообразность и возможность рассмотрят на комиссии.